Добро пожаловать на канал Hard Reset Info. Перед нами находится устройство Hammer Watch Plus. И сейчас я покажу вам, как поменять время автовыключения экрана. Итак, для этого мы открываем приложение «Настройки». И далее выбираем «Auto Lock». И здесь мы выбираем, можем выбрать время от 5 секунд до 20 секунд. И нажимаем на галочку. На этом все. Спасибо за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал.